начала. В составе проекта у нас будет созданный логотип, фирменные цвета и шрифты, фотограммы, стилеобразующие элементы, фирменная рекомендация, веб-сайт, сувенирная продукция, наружная реклама. Раньше у многих людей при походе в музей музей ассоциировался с искусством, с живописью, картинами, галереями, с историей и даже с образовательными программами. Соответственно, если человек был далек от искусства, то посещение музея ему казалось скучным и неинтересным. Однако такое представление о музеях является зачастую стереотипом. В современном виде музеи уже совсем другие. В них демонстрируются экспонаты не только классического искусства, но обыгрывается тематикой более актуальных прогрессивных жанров. Например, существует множество экспозиций, посвященных молодежным субкультурам, современной музыке и даже компьютерным играм. Кроме того, музей в современном понимании — это не только экскурсии и изучение экспонатов. Во многих случаях выставки сопровождаются красочными инсталляциями, лазерными шоу, театральными представлениями, мини-играми. В нынешнем виде музей — это уже не только место хранения культурных и исторических достопримечательностей, но и место проведения хорошего и интересного досуга. Поэтому первоочередной задачей моего дипломного проекта была как раз необычная новая подача для музея. Название музея «Великий Гусляр». Оно взято не просто так, это один из самых больших и известных цикл произведений автора Киры Булычева. Вкратце в нем идет речь о неком городе, Великом Гусляре, в котором постоянно происходят разные чудеса, невероятные научные открытия, но самое главное, что его постоянно посещают пришельцы. И в качестве такого интересного ходжа для нашего музея мы решили, что мы будем музей населять не только экспонатами, но и персонажами из рассказов этого цикла. То есть это будут театрализованные представления, интерактивные какие-то события, игры. И на основе вот этой идеи был создан логотип, который представляет, что в музее как раз-таки встречаются обычные люди и некие пришельцы. Весь фирменный стиль подчеркивает характер произведений писателя. Они добрые, поучительные, мультяшные, такие забавные. И в то же время простые. Поэтому фирменный стиль мультяшный, состоящий из простых форм и шутки. Также в качестве юмора, например, пиктограммы указывают, что в музей приходят не только люди, всем в нем найдется место. Фирменный шрифт, составляющий логотип, это Джозефин Регула, который своим очертанием хорошо сочетается с пластикой графической части логотипа. Шрифтом пояснительной части является более лаконичный Гелиос. И другие шрифты в свойстве Гелиос разного очертания используются для всех фирменных сетей. Фирменные цвета подобраны на основе советских плакатов с космической тематикой. Так как рассказывает цикл «Великий гусляр» как раз про советское время и пропитано вот этим духом, чтобы подчеркнуть его, взяты такие цвета и придают более такой советский плакатный стиль. Фирменная рекомендация также оснащена стилеобразующими элементами, но более ненавязчиво, чтобы оставалось больше свободного места для хорошего чтения текста. Фирменный бейдж тоже выполнен с таким юмором, со скафандрами старыми советскими. Визитки или конверты были сделаны. Диски, на которых подразумеваются не только некие записи, возможно, проводимых лекций или выставок, но в основном это аудиокниги писателя. Далее, был разработан веб-сайт с несколько такой необычной и не сразу понятной структурой, с тем расчетом, что это все-таки не какой-нибудь онлайн-магазин, куда люди приходят, чтобы быстрее найти то, что им нужно, кликнуть, заказать. А это место, куда люди приходят, чтобы спланировать свой досуг, получать что-то интересное о музеях, о культуре и
он все-таки поймет, как это все работает, он еще больше поймет, что музей необычный, интересный, а не стандартный. Наружная реклама. Наружная реклама выполнена так, чтобы выставки сменялись только содержание, а сам модуль этой рекламы оставался неизменным. Сувенирная продукция предполагается не только с символикой самого музея, но и с какими-то элементами проходящих там выставок. В целом я считаю, что я справилась с поставленной для себя задачей, потому что все, что я хотела вложить в этот проект, я вложила. Спасибо. Вот это. Там два человека. Это кто? Это я объясняю.
пришельцы, ну, которые его населяют, и люди, которые туда приходят, то есть посетители. Прототипом является Великий Устюг. И вот он о нем как бы писал, у него очень много произведений в этом цикле, тех же персонажей из рассказа в рассказ практически одни и те же. То есть это фактически было в этом музее, как бы было это просто, да? Такое слово, которое какие-то имеют значение, да? Нет, я только сейчас поняла. Это часть вашего диплома, как-то странно, да, вот мы уже два дня объясняем, что дипломные ваши записки хранятся еще 5 лет. Как ваш диплом, то есть за что мы поставили оценку на вас? Четвертое, что было? Вот это? Вот это пожарный щит. Это пожарный щит, да, а вот этот шахт, наверное, что? Это хранение. Что касаемо записки, опять у вас со шрифтами совершенно путаница. Вы пишете, что вы использовали Helios, Condensed Web, там у вас что-то. А тем не менее, для чего вы его? Для пояснительной части. Где для вас? Пояснительной части в смысле, ну, то, что в Helios? Да, но это не Helios Condensed. Конденс, вот конденс, это сжатое слово конденс, значит сжатый шрифт. У вас другой здесь шрифт. Это тоже опять-таки это записка, да? С откровенными неточностями, это еще какие-то серьезные, да, касаемо именно фирменного стиля. Ваши мужчины наверняка делают. Стилеобразующие моменты, так сказать, в этом проекте, они
достаточно актуальные с точки зрения, сказать, инопланетного разума. Вот. Что касается людей, как бы, да, то я думаю, что они, в общем-то, достаточно привыкшие к различным, сказать, ситуациям сложным в жизни. Поэтому я думаю, что они привыкнут к этому стилю и будут достаточно, сказать, правильно, сказать, его воспринимать. Вот. Поэтому, мне кажется, работа достаточно... Работа проходила достаточно интенсивно, учитывая, ну, может быть, некоторые там знают нюансы этой работы, как бы, да, было много каких-то таких вот нюансов, которые, ну, скажем, в какой-то степени мешали этой работе, да, но несмотря на все трудности, я считаю, что несмотря на все сроки сжатые, которые так получилось, что они появились, как бы, да, мы эту работу сделали и, в общем-то, сделали достаточно на неплохом уровне. Эта работа выглядит достаточно цельно. Вот, в ней есть определенное стилистическое единство, есть настроение, вот, и есть возможность этот проект развивать с точки зрения формирования самого музея. То есть здесь есть возможность для роста определенного. Вот, поэтому я считаю, что работа хорошая, инопланетяне будут очень довольны, сказать, я думаю, что мы тоже. Спасибо.